И снова здравствуйте, всем привет. И тут, значит, у меня такой вопрос. Допустим, какую-то плаксивую сцену, если делать, да, как сделать соплю? Вот, в принципе, на полях YouTube такого нет. Ну вот я тут поднабросал анимацию немножко, да. Вот, раз сидит персонаж, все вздыхает, сопля вылезла, он ее стер, вытер, значит, как ее, об ногу. И опять грустить. Ну, хотя бы так, да, тоскливая сцена. Так, добавим, давайте единица на нампаде, соплю. Так, как это дело будет обстоять? Соплю добавим, mesh добавим UV-сферу. Вот такую штуку. Сделаем ей S. Поднимем ее, значит, куда-нибудь повыше. Так. Вот это будет наша сопля. И теперь, значит, так, выберем Rig, зайдем в Edit Mode, и сопля у нас исчезла. Значит, в Object Mode, и соплю уведем в бок. Выбираем наш Rig, заходим опять же в Edit Mode, выбираем, значит, In Front, Viewport Display In Front. И здесь, значит, какую штуку замутим. Тройка на нампаде. Вытащим из головы Е косточку. Так, теперь Alt P, Clear Parent ее отсоединим. Включим Mov. Подгоним ее, значит, в нашу вот эту соплю. Сделаем ее S. Так вот, да, S побольше. Поставим ее по центру. Теперь смотрим, что можно сделать. Да? Первый раз делаю, кстати. Shift-D. Делаем S. G. Подставляем к боку. Shift-D. Подставляем к этому боку. Семерка на нампаде. Делаем Shift-D. Подставляем сюда. Это если риг делать на косточке. Да? Можно просто шипкеями, там, конечно, попроще, но тоже рассмотрим. Так, и теперь что у нас получается? У нас еще одна косточка должна быть, которая будет вот это все дело вверх вытягивать. Значит, это остается целое, и теперь мы еще одну косточку берем, Shift-D, и теперь семерка на нампаде, она должна стоять по центру. Так. Сделаем ей S, единица на нампаде. Ну, тогда вот эту косточку... Угу. Так, сделаем по-другому. Угу. Сделаем S, уменьшим эту косточку, сделаем R. Подтянем, значит, косточку сюда. Выберем вверх кости. И выберем вот эту верх кости и делаем английскую F. Ага. Так, тогда Ctrl-Z. Так, а как же ее придумать? Значит, делаем еще, уменьшаем. Так, Е, вытаскиваем косточку сюда, делаем Alt P Clear, так, Alt P Clear Parent, выбираем вот эту косточку низ и вот эту, и делаем F. Ну, пускай так пока будет, да? Так, ну это слишком, наверное, далеко будет, пусть поменьше будет вот эта штука. Тогда вот это все выбираем, уменьшаем, еще ниже ставим. Так, есть такое дело. Эту кость вяжем к этой. Так, короче, все кости, вот эти кости вяжем вот к этой центральной. Ctrl-P, Keep Offset. Заходим в Object Mode, выбираем нашу соплю, выбираем Rig, Ctrl-P,
White Automatic Widget, выбираем Rig, заходим в Post Mode, выбираем вот эту, так, вот эту косточку, так, или лучше, так, вот эту, вот на эту, делаем Ctrl-P, Ctrl-Shift-C и делаем Stretch To. Не есть good. Ctrl-Z. Выбираем вот эту кость на эту. Ctrl-Shift-C, Stretch To. О. Так, теперь если эту косточку буду выбирать, тянуть. Она тянется, да? Угу. Все это тянется. Но сильно мало и сильно далеко. Ну, в принципе, можно, да, так кость оттянуть. Сопля будет падать. Правда, высоковато она уходит. Можно косточку еще меньше сделать. Ну, для примера пойдет, да? Так, теперь, что у нас делают эти кости? Это значит, отводятся, все нормально. Эта кость у нас должна S. Так, надуваться. И теперь, значит, как там получается, по какому? По Z, да? R, Z. Нет. Ctrl, Z. Угу. G, да? G. X. Нет. Ну, короче, штука непонятная, да? Покамест. Ну, пробуем. Так, теперь переносит у нас, значит, центральная отвечает за все эти косточки, да? Делаем G. Прикольно сейчас что-то будет. А ну-ка, делаем S. Уменьшаем. Вот так вот. Раз. Теперь G. Нужно все это дело спрятать, значит, в носу. Тройка на нампаде. Можно даже потом к голове все это дело привязать. Так. Делаем всему это дело S. Убираем это дело в нос. Где-то тут она будет, да? Прописываем. Ну, давайте только эту косточку и лакрот. Так, он, значит, вдыхает. Да, желательно это все к башке потом вот эту косточку привязать. Так, значит, это G. О, пардоньте, Ctrl-Z. Вот ее нужно тоже заменить, чтобы было видно. Так, это, значит, все еще будет G. Это будет все в носу. Где-то в центр можно ее опустить. И прописка. Так, и теперь. Ага. Вот это значит. Значит, все это дело подтянем в нос. Делаем R. И прописка. Так, и значит, на этом моменте тоже вот надо привязать будет косточки головы, повторюсь, да, чтобы она постоянно находилась в мозгу. Так. Прописка. Там пускай она в голове, если что, подправим. Так, и теперь, значит, вот здесь R, G, прописываем, даже можно вот на этом кадре заменить на Scale. Так, A, I, прописка, выбираем нашу кость центральную, и теперь, значит, она на n-том кадре должна вылезти. Делаем и прописка.
Да, вот неудобно, надо было сразу привязать. R. Так, здесь она уже должна, значит, вытянуться. G. А ну-ка, S. А без разницы, здесь уже без разницы, да? Так, вот эти, значит, косточки. Нужно как-то преобразовать какую-то, значит, каплю. А ну-ка, S. Это G. Это значит G. Какая-то там тоже. А ну-ка. Угу. Так, S здесь сужается. А что если выбрать вот эти все кости, да, и G просто натянуть? Ну, так будет проще. Так. Тогда она сильно тонкая. Нужно немножко ее, значит, поднадуть. Ну, как бы так бы, да? Вот сильно, наверное, вот так. Во. А. И. Так, вот это значит G. Перенесем на какой-нибудь кадр. Надувается. Это, наверное, сильно. А ну-ка, G. Так, Ctrl-Z. Выбираем центральную косточку, значит, так, не она. Надо тоже ригом это все дело сделать. Так, это значит, она вот так вылезла. Прописываем И. Здесь, значит, G. Она тоже надувается. Здесь можно сделать S. G. А ну-ка, вот это. Ну да, вот этими косточками подправить. Какую-то там, допустим, чуть пониже двинуть. Вот так вот. Раз. Прописка. Так, а ну-ка, если мы выберем вот эту косточку, да, и назначим вот к этой кости Ctrl-P, допустим, Bone. Так, тогда она... А, по боку. Надо сразу соплю привязывать. Так, ладно. Чуть-чуть ее, значит, повернем. Или, допустим, в эту сторону, да? Там, допустим, она где-то к губе прилипла, допустим, как-нибудь там. Вот таким вот образом, да? И сделаем, что он типа вдыхает. И вот это все дело, все вот эти косточки приподнимем как бы кверху, да? А ну-ка, G. Так, это центральная, да? А центральную поднимаем, а эти тогда... Вот тут еще можно что-то, оп, вытянуть. Короче, тут можно ее надувать, как хочешь. Во, двойной надув какой-то получился. А, и... Так, и здесь вот, где она, рука, она должна, значит, вот эта сопля. Так, 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 а как же ее выбрать? А ну-ка.
А ее не надо изменять. А ну-ка. Это значит G можно поменьше. Центральную выбираем. G, она уходит в нос. Ну, чуть-чуть можно, чтобы она даже, да, там как бы чуть-чуть торчала. Так, S можно уменьшить, а ну-ка еще, так, I. Так, раз, где он там голову поворачивает, G, опять же это дело все в нос. G уменьшаем как-то. А, I. Прописка. Центральную опять же выбираем. Где она тут? Вот она, да? Так, и что получается? Угу. Здесь, значит, где она докасается, да? Вот так вот. Прописываем А и. Так, теперь что тут происходит? Так, вот эта сопля, должна оказаться на вот этой штуке. Делаем ей S. Делаем ей S, R, G. Ну, вот так это. Прописываем А, И. Теперь выбираем нашу вот эту косточку-управляшку и косточку, значит, нашего, нашей руки. Не прокатит. Так, это значит... А ну-ка, G. А ну-ка, не G. Так, G, где тут главное? А ну-ка, вот она. Делаем S. Есть неудобства, конечно, а ну-ка. И есть какие неудобства из-за того, что привязка у нее не есть good. Так, а ну-ка. Все это дело на руке. Так, тут вот, вот эти вот нельзя, не есть гуд. Надо тоже вниз оттаскивать. Где-то растеклась, там потекла. Где-то вот так движение, чтобы у сопли тоже было. Так. Угу. Надеюсь, это плоховато. Теперь нужно каждую вот эту покадровку прописывать. Так, а ну-ка.
Давайте с этой начнем. Давайте R. Не Enter. Так, так, так. Сопель, сопель. Где ты сопель? Так, а ну-ка. R. G. Так, здесь вот она уже должна быть видна. Вроде бы как бы, да? И то, в принципе, уже не столько важно. Она уже вот прикоснулась, да? Сделаем S, G, чтобы ее было видно, эту соплю. Вот так вот. Где-то подальше ее уберем. А, и... И вот здесь она должна быть видна. Да что ты, где ты? Главное, кость управляшки должна быть тоже изменена потом. Так, вот здесь она тоже, сопель это должен быть. Вот тут вот. И чтобы был виден. Так. Так, ну вот, сопель виден, видите? Нормально. Так, теперь здесь... Угу. Так, и вот здесь, чтобы он свою, значит, держал вот это место. А ну-ка, ну и чтобы форма, конечно, у него была там. Более такая симпатюшная, потек, да, не так, что там, да и как пойдет. Так, а ну-ка, и. Так, это значит G. Также он может ее, значит, при анимации просто сбросить, допустим, рукой там тряхнуть, там еще что-то. Так, и здесь, где он вытирать ее начинает, смотрите, видите, да? Рука уходит в бок, и здесь можно сделать, значит, S в ноль. Так, в ноль и убрать куда-нибудь, допустим, в ногу и прописать. Так, что у нас тут опять появилось, да? S. Убираем в ноль, чтобы ее прям не было на горизонте нигде. Так. Так, я ж тут ее уменьшил. Что ж она хочет, да? G. А, И. Все. Так, и что у нас получается? Сопель он, значит, вытирает. Смотрим вообще, что получилось, да? Так, а ну-ка, ставим на первый кадр. Ну, нормально получилось. Может, чуть быстровато. Ну да.
Теперь, если выбрать, допустим, вот это все дело, английское А, сделать S, А, пардон. Внизу А, таймлайн, делаем S, и, допустим, это кадров, ну, 200 пускай будет. Так, вот здесь еще какой штук надо сделать. Это раз сопля, он ее вдыхает, а эта рука уже, значит, G как бы сопровождает ее. И тогда получается, что здесь рука тоже у нас уже и уже нее. Так, и вот здесь тогда так, это тоже G. А ну-ка, нет, это сопля вылезла. Да, вот здесь уже он раз и так. Может даже как бы подхватить, что ли, да? Там раз. Так, а здесь уже может даже и пальцем подвертеть и рукой подкрутить. Все, вот она на руке, прикрылась, все нормально. Ну, прикольнее, конечно, это будет смотреться на таком бы мультяшном персонаже, да? Где там сопли, визги, там еще что-то. Вот, и вот здесь, чтобы вот этих не было плясок, вот раз он, оп. Вытирает, ложит ее, значит, он ее на руку. Вот, и вот здесь у нее подъем вот этот. Вот это не есть good. Здесь не есть хорошо. Она бросается в глаза, и поэтому, ну и сопле можно назначить какой-нибудь там, допустим, ритм, да? А ну-ка. Ну, в смысле, этот, форму вот эту. Так, а ну-ка, R тоже, чтобы не трепыхалось. Как держать одно место. Вот тут тоже она закручивается, тоже подправим. Ну, а здесь можно, значит, создать какое-то движение, допустим, там раз, потекла, допустим. Ну, это такой вроде сложноватый вариант. Можно, значит, эту соплю прописать просто в локации. Можно добавить косточку, а потом все это дело прописать кругляшок и уже потом шипкеями, да? Ну, такая штука. А ну-ка, еще раз смотрим. И, в принципе, что? Все. Вот он на ногу вытер. Вытекла она там, что-то хоп. Вот так. Теперь еще так, какая штука может быть. Да? Заходим в Object Mode. Ставим на кадр, где у нас вот эта сопля вылазит, допустим, да. И здесь уже можно вот выбрать только соплю. Добавить, допустим, шипкей. Вот так вот. Зайти в Sculpt Mode. Ну и, допустим, F. Допустим, раз.
какое-нибудь движение создать, там, допустим, раз, вот так вот. А здесь шифтом прям таки выгладить, допустим. Но это если на одну косточку так делать, то оп. А тут тогда еще потоньше можно сделать. Где-то куда-то увести. Ну, какую-нибудь форму ей держать все равно, да? Ну, прописываем, допустим, и. Так, здесь она, значит, где-то вытекает. Все нормально. Оба, 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 оба. Дальше, допустим, тут что у нее получается? Полный, допустим, надув. И добавим еще один шипкей чисто на вот этот момент, да? И он с носа тут должен как будто вылезти. И как будто, значит, на руку вот это все растянуть. Так, теперь, значит, это тоже прописываем. Так, а здесь она уже в ноль. Так, тогда и здесь она тоже в ноль. Здесь уже вот этот можно засандалить. А ну-ка. Ну, пускай так будет, да? 15-й кадр. Эту часть в ноль. Почти. А эту часть. Так, здесь неинтересно уже, да? А ну-ка, что у нас тут? Угу. Ну, тут она не перешла, наверное. Надо прописать еще анимацию, тогда она будет нормально. Так, это нормально. Это что у нас дает? Ничего не дает. Ну, тут, в принципе, когда нос вытирает, только она и нужна. Вот эта штука. Угу. Так, ну, в принципе, что, торчит, ну, надо поправлять вот это все дело. Угу. Ну, за первый раз ничего так неплохо. Так, а ну-ка смотрим, что у нас получилось. Такой персонаж у нас сидит, грустит, сопля у него выскочила, об ногу вытер. Можно ее на ноге оставить, растянуть и все. Ну и пляску главное убрать вот эту всю.
Ну да, вот эти требухания, ненужные движения поубирать и добавить больше плавности. Не столько, возможно, костей надо, сколько шибкими просто поработать побольше и все. Так. Но если куда-то вам нужно будет это закидывать, допустим, то лучше на кости с анимацией уже тогда можно закинуть. Можно сделать отдельно анимацию сопли, а потом просто подставлять к любой анимации. Ну, не забывайте, что есть и анимация, кстати, сопли. О. Опа-на, оп, об ногу вытер, зашибись. Ну, такая информация. Кому нужна, не знаю, но хотелось попробовать. В принципе, живучий вариант, простенький, можно по-разному тут делать. И будет все зашибись. Все, всем пока, до свидания.